Доброе утро. Новости на телеканале Хабар. В студии Гульнара Жандагулова. В Северо-Казахстанской области обесточены несколько сел и микрорайонов Петропавловска. Всему виной сильный ветер, который накануне бушевал в регионе. О последствиях урагана, который повалил деревья, по телефону расскажет Нургуль Ахметова. Она с раннего утра вместе со специалистами проверяет улицы города. Нургуль, доброе утро. Какая сейчас погода у вас? Доброе утро. Сейчас в Петропавловске тоже довольно сильный ветер. Последний синоптиков примерно 23 метра в секунду. Но тот шторм, что был накануне, конечно, гораздо сильнее. Вчера вечером стали поступать сигналы о том, что в городе падают деревья. Одно из них рухнуло прямо перед пассажирским автобусом. Порывами сдвинуло даже припаркованную вдоль дороги машину. Сегодня с утра на улицах можно увидеть множество сломанных веток. А во дворе по улице Букетова огромную и, судя по всему, многолетнюю иву вырвало прямо с корнями. В одной из многоэтажек упала балконная рама. Ветер бушевал и в районах. В департаменте ПЧС сообщили, что крупных происшествий за ночь не зафиксировано. В населенных пунктах электроснабжение восстанавливается. Но эта информация еще, конечно, будет уточняться. О непогоде подробнее нам рассказали в областном филиале Казгидромета. Циклон и атмосферные фронты, сместившиеся с европейской части России, оказывают свое влияние на территорию Северо-Казахстанской области. В связи с чем на 19-20 сентября было объявлено штормовое предупреждение об усилении ветра. За прошедшие сутки зафиксированы порывы ветра от 17 до 28 метров в секунду. В ночное время по территории Тайшинского и Тимиряйского района отмечался стихийный ветер, порывы достигали 30 метров в секунду. С нами на связи была Нургуль Ахметова, а я добавлю, штормовое предупреждение также объявлено в Костанайской и Акмолинской областях, сообщает Казгидромет. 25 фур, груженные стройматериалами из Турции, застряли в Алматы. Дальнобойщики почти месяц провели на территории склада временного хранения. Они вынуждены ждать, пока обе стороны, отправитель и получатель, решают вопросы с документами. Водители большегрузов пережили сильную жару, проливные дожди, оставшись практически на улице. Они вынуждены ночевать в кабинах грузовиков без каких-либо удобств, а главное, без средств к существованию. У них они закончились, деньги на еду. В причинах вынужденного там таможенного плена разбирался мой коллега Владимир Бовкис. Злые и в буквальном смысле голодные дальнобойщики, устав ждать с моря погоды, пришли разбираться к директору СВХ. В Алматы колонна большегрузов заехала в ночь на 23 августа. Впереди еще предстояла многодневная поездка через весь Казахстан в город Актагай, куда, собственно, и везли стройматериалы. Оставалось, казалось бы, всего лишь пройти сверку документов, но никто не знал, что транзитная остановка затянется почти на месяц. 23 числа, значит, мы звоним в Турцию. Какие проблемы? Что так? Да вот это все Казахстан. Звоним Казахстан, тут, как я забыл имя, получатель груза. Казахстан валит на Турцию, понимаете? И получается замкнутый круг. Страдает кто? Страдаем мы. Стоят машины. Мы живем в нечеловеческих условиях. Разве это человеческие условия? Можно человеку здесь прожить месяц в кабине? Вы вот скажите, пожалуйста. Руководство СВХ признает случай неординарный и даже исключительный. Однако, согласно действующему законодательству, импортные грузы могут задержать на таможенных складах до 4 месяцев, а порой и нескольких лет. До тех пор, пока не будут проведены сверки всей документации. У них еще срок не прошел. Они сейчас в данное время находятся на территории СВХ. Документы у них все в порядке у отправителя. Здесь получается определенная какая-то с бумажной волокиты у получателя. Брокер компании, который занимается таможенной очисткой, он же позвонил, сказал, у нас все вопросы решены. Мы достоялись до того, что временный ввоз закончился. Как нам сейчас заходить в Россию? Я не знаю, это будет штраф. Такая бумажная волокита вышла боком не только компаниям, но и этим водителям. Лишились не только покоя, ночлега, еды и денег, но и возможности помочь семьям. Дома ничего не надо. Пару копеек и висло, чтобы я кушал. Месяц стоит. Вчера позавчера пошел в общество, дайте чем. Мы ничего тебе не дадим. В итоге руководство СВХ сообщило водителям, что переговоры с казахстанским заказчиком прошли успешно и пообещали в течение суток отпустить в Актугай первые несколько фур. Владимир Бовкис, Нурдаулет Жексыбаев, Алматы, Хабар.
Павлодаре уже готовы к холодам. В городе начался отопительный сезон. К центральному теплоснабжению уже подключены все социальные объекты. Жилой массив начнут отапливать с начала следующей недели. Однако в этом году более 100 многоэтажных домов оказались не готовыми к приему тепла. Причины выяснял Ербол Абишев. Последние гидравлические испытания на сетях теплоснабжения в Павлодаре выявили множество порывов. На сегодняшний день в 40 местах тепловики их устраняют. На 5 участках, где в прошлую зиму были проблемы с недогревом, ведут капитальные ремонты тепломагистрали. Они изношены, эти проблемы из-за года в год идут. Из-за этого в этом году было решено именно сделать на Кутузово, это ТМ-3, на Лермонтово и на набережной. А также Толстого 80, потому что в прошлом году там недогревы большие были. Из-за этого там решено заменить около 250 метров сети тепловой. Из 1276 жилых домов более 100 оказались не готовы к отопительному сезону. Это так называемые проблемные дома, где нет какой-либо формы управления. Жильцы, естественно, сами подготовить дом к приему тепла не могут. Так же, как и организованно собирать деньги на ремонт внутренней системы теплоснабжения. Мы сейчас многие дома довели на процентность где-то 60% в этих домах. То есть основные теплофикационное оборудование этих домов, она готова к приему тепла. Оставшуюся часть сейчас где-то до 23-го будем подтягивать. Специалисты закреплены за определенным количеством домов. Ежедневно отрабатывают. Из 1100 готовых к приему тепла жилых домов почти 60% уже получили акты готовности. Здесь хорошо поработали организации, обслуживающие эти дома. КСП «Коммунальщик Оттау» предоставляет услуги более 50 многоэтажкам в разных частях города. На улице Ворушина этим летом совместно с жильцами отремонтировали теплообменники в 7 домах. Почти 12 миллионов тенге собрали на ремонт системы теплоснабжения участники кондоминиума. Проводилось огромное количество собраний, проводилось, вот, жильцами работали, жильцы собирают деньги. Ну, как бы уже приходит к тому, что жильцы начинают понимать, что это их имущество, и им надо самим ухаживать за это. В этом году в Павлодаре капитальные ремонты провели в 80 жилых домах. Порядка 40 миллионов тенге сумели собрать жильцы. За последние годы это лучший показатель, отмечают жилищные инспекции. При этом в списке недобросовестных продолжают оставаться порядка 20 КСК. Ербол Абишев, Самат Аспанов, Марат Игликов, хабар из Павлодара. Владельцы элитных домов в Алматы начали возвращать долги. Правда, не они сами, а их родственники платят налоги на недвижимость, так как большинство хозяев особняков долгое время находятся за границей, рассказали нам в департаменте госдоходов. Напомню, только в одном из районов мегаполиса такие собственники, а их 126, задолжали государству около 35 миллионов тенге. 20 миллионов они уже вернули в казну. Напомню, в республике объявили налоговую амнестию. 16 июля 2019 года идет налоговая амнистия для физических лиц. За это время 42 тысячи, более 42 тысяч жителей города Алматы воспользовались данной акцией и погасили задолженность в размере 2,9 миллиардов тенге. И у них списана пеня 560 миллионов тенге. По условиям данной акции при уплате основного долга пеня списывается автоматически. Она распространяется на следующие виды налогов. Это налог на имущество, налог на землю, налог на транспорт и индивидуальный подоходный налог. В Казахстане не хватает центров детского туризма. На сегодняшний день в стране работают всего 39 подобных учреждений. Как результат, охват детей туризмом в республиканском масштабе очень маленький. Около 3% от их общего числа. Углубленным изучением родного края занимаются порядка 100 тысяч казахстанских школьников. Лучшие из них приняли участие в республиканском слете туристских экспедиционных отрядов «Моя родина, Казахстан». 160 юных туристов со всех регионов страны собрались в курорте Бурабай. Они презентовали свои проекты по экологическим экспедициям и поисково-исследовательской работе, а также рассказали об истории родного края. Отправляют на разные экскурсии именно на территории Жамбылской области. И мне кажется, то, что это идет на пользу, потому что наши ученики начали познавать свои края, изучать свою родную землю. И мне кажется, то, что надо в каждой области такое устроить, потому что мы патриоты своей страны, мы должны знать историю. В некоторых регионах сегодня нет вообще станций, центров детско-юношеского туризма. В Кызылординской области, в Костанайской области,
ну, еще в некоторых регионах. Кроме того, у нас на сегодняшний день недостаточная материально-техническая база, да, экипировка. Сегодня требуется совершенствование нормативной правовой базы.